біздің жігіттер 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 Мені жігіттер керемет жігіттер мына біз жігіттер 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 арландай тарландай біздің жігіттер Мені мені жігіттер 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 Мені жігіттер керемет жігіттер Мана біз жігіттер 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 сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер міне біздің жігіттер 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 міне жігіттер керемет жігіттер мына біз жігіттер 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 армандай тарландай біздің жігіттер міне үлкен кіші алыс жақын туыс бауыр ағайдын шын поехали И с чего мы на этом канале начинаем. Начинаем мы на этом канале, естественно, с Майнкрафта. Возвращаемся в события. Мне уже 15 лет, то есть эти видео вышли уже 7 лет назад. Здесь... здесь у нас идет история с Майнкрафтом начальным, то есть здесь я уже немножко более взрослый как бы. Здесь уже так много кринжа не будет, то есть здесь я уже стал повзрослее, то есть тут уже не будет такого, что все будут, наверное, орать. Ну, хотя посмотрим. С рубки дерева. Долго этим я заниматься не буду, потому что это скучно и неинтересно. 10 лет будешь заниматься, блядь. Чел. Я думаю, мы не будем сразу строить огромный красивый-красивый дом, потому что сейчас это не нужно. Классика дом в пещере, да? Оу, oh, е! Yeah. Нужно немножко угля себе добыть, потому что. Не, ну летсплей сильнейший, ребят. Видно, просто охуйтельно около кактусов всегда колешься, а тут как-то все прям слишком гладко. Так, ну все, смотрите, идут, идут летсплеи. Здесь у меня какой-то коллап, я даже не знаю с кем. Три, два, один. Опять с черепашкой. Всем Их... привет, с вами. И хепизор. Видите, черепашка, он а, первый говорит, то есть потому что он самый главный. сами вами черепашка, хепизор и Джинси. У -у -у. Всем да -да -да. привет. Привет. Но а. здесь вот не такие душевные. Вот честно скажу, не такие душевные видосы, как первые. Согласитесь. Здесь я уже стал взрослее, и ты не испытываешь вот этого м -м, кайфа, скажем так, который был в самом начале. То есть а, сегодня... такая... То есть здесь уже такой более обычный контент. Субтитры, прикиньте. Привет. привет. Все, все. Оскорбительный Смотрю, донат не читаю. читаю. А -а 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 -а. Больше я тебе донатить не буду. Почему? По донать, продолжай, пожалуйста. Привет, Толя. Как творить относительно лечения в том возрасте? Удачно течет. Так я тебе рассказывал. Я перестал снимать видео, и мне сказал батя, типа, снимай, что ты делаешь сейчас на работу нормальную пойдешь, что ли? Типа, иди видосы снимай. И в итоге у меня... Я не шучу сейчас. У меня в комнате, где я жил, не было окна. И, ну, я серьезно говорю. Потому что, ну, там были специальные обстоятельства. И в итоге получалось так, что я приходил со школы, закрывался в комнате без окна и сидел, снимал видосы по Майнкрафту, как в бункере каком-то. Но с кайфом, с, кай с кайфом максимально. Да, чуваки, даже сейчас, даже сейчас, я абсолютно не шучу, буквально перед сегодняшним стримом мне позвонил батя и говорит, я прочитал все 800 комментариев на ютубе, которые, ну вот с этим видосом, что я перехожу на твич, но это риски, это риски. Ну, типа, я знаю, ты знаешь, что ты делаешь, но это риски. Понимаете? Есть, ты уверен, что все перейдут? Там много негатива. Типа, там много негатива. Я почитал, некоторые говорят, что... Ну попробуй, попробуй, типа, как бы проложи почву, бро, типа, понимаете, понимаете. Но я бате объяснил свою я позицию, и он вроде понял. Так, вот, снимем, снимаем, снимаем, Майнкрафт, 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 и начинается конкурс на любую игру, внимание. И после этого жизнь меняется, потому что я потихоньку отхожу от Майнкрафта. Итак. Дело в том, что у меня появились средства на проведение некого небольшого конкурса. Easy Cash. А конкурс будет на любую, абсолютно любую игру в стиме, которую вы пожелаете. Откуда есть... у меня столько денег было? Подожди, а если там какая-то игра за миллион денег? Интересно, кто выиграл. Поставить лайк, подписаться на мой канал. Ну, понятно, понятно. Велосокома включил. Ой, блин, кошка играет в бильярд. У меня эта кошка не жива уже, к сожалению, поэтому я не могу даже смотреть на этот видос. Слишком накатывают эмоции, ребята. Поэтому мы прокатим вниз. А, в общем, и после Тайкуна начинается механический GNC, который вообще не собирает. Я был в шоке, понимаете? 890 просмотров, guys, То есть это вообще ничего. И... Бам! Взрыв на новом канале чат. Rogue Legacy. Я охуел. 73 тысячи просмотров. И я понял... Что руг легаси смотрят и что я делаю. Чекайте, сколько у меня видосов по руг легаси. <laughs> я, я хуярил в эту... До последнего, ребят. 35-й выпуск, 37-й выпуск. <laughs> я понял, что там пошли просмотры и пошло, пошло. Тут у меня уже... Просто чтобы вы понимали, new. New Game плюс, 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 плюс. Но у меня уже все прокачано, но я все еще играю в Rogue Legacy. Здравствуйте, потому, ребят, всем привет. Потому что он набирает просмотры и по чуть-чуть начинаю подключать... Привет, ребят, подключать другие игры. Uh, Rogue Legacy, я очень зол называется. Здесь у меня ее жопа всем... будет гореть. Привет, ребят, с вами Джинси, и Мы продолжаем играть в Cloudberry Kingdom. Ой, ну тут я уже подключил какого-то Иванга, если честно. Мерзко как-то. Ну, реально, нет души. Я уже такой. Я, видимо, насмотрелся видосов, каких-то вот популярных в 2013-м. Я вот всем привет! Ну вы понимаете, да? То есть, ну, это хуйня полная. Ну вот, и идут, 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 видосики. К тому времени у меня было, наверное, 1005 подписчиков. Иду, иду, иду. Viking conquest. И разговоры, опять разговоры. Вот это что-то интересное. Никак это неполноценное видео. Извините, меня что уже шоу. Дис сейчас переехал. Переехал ну, в новую комнату, так сказать. В новую комнату. К бабушке переехал, ребят. Жил с родителями. И потом был такой период, что я у бабушки жил, поэтому я переехал. Немножечко неловко, как бы разговариваю сам с компьютером, там все дела... С компьютером разговариваю. Блин, вот интересно, в моей голове вот мог подумать этот пацан, что я буду 10 лет разговаривать с компьютером? Не-не, выключай воду, это другое. Вы чё, это мне уже, я уже в универ доходил. Это я к своей бабушке переехал, а не к рандомной, с которой там вот которая меня подслушивала в толчке. Это уже другая история. Подожди, это моя бабушка, любимая. Тут все нормально как бы. И я почему-то вот такое, знаете, какое-то чувство... Я что-то снимаю, даже вот когда... Что-то, ребят, выкладывают душу пацанчик, ебать, 15 летнего Вы чувствуете? С просто льется, льется душа. Крик души в натуре. Бля, честно думаю. Димка тоже что-то все время... Блядь. Что-то кринж какой-то. Пацанчик приуныл максимально. Если что-то можете посоветовать, пожалуйста, Почему я шокать начал? По-моему, в первых роликах я не шокал так активно. В общем-то, я объяснил. Ролики не были из-за того, что я переезжал. Сейчас переехал, вот уже в новой комнате, сижу, так все красиво, все хорошо. Не буду ничего утаивать, все нормально. Утаивать, ебать. Утаил тупо, что в новой комнате норм. Вот это утаивание. Жесть. Потому что я уже не знаю, у меня просмотры падают. Ох, жесть, чел, ты такой тильц поймал, вау серьезно падают. То есть у меня было, когда рухлехаси, оттуда очень много при пришло просмотров. Блин, мне жалко самого себя. Вау. Пришло по 5000 просмотров, по 4. Это меня, в принципе, устраивало. Я получал доход, но это, конечно же, не самый... Доход, ты же там получал пиздун, блядь, какой доход? Доход, блядь. Рубил кэш. Знал, как бы на что делать упорно, как... Я чувствую боль. Клянусь. Я слышу разговоры себя 7 лет назад и в голосе чувствую настолько сильный тильт. Но я справился с ним и продолжил дальше снимать. Приятно. Ну, на этом все. Это не... Странный видос, конечно, но захотелось. Понимаете, это как вчерашний ролик я выложил с тем, что я на Twitch ливаю. Там также захотелось выговориться. Опа, я в пое играл. Подожди, глазами GNC, это что? Я играл в пое уже столько лет? Серьезно? Игру Battlefield Dial. Нихуя, я уверен, я 800 раз пытался на английском это сказать. ПАФ! Смотрим на игру Path of И, собственно говоря, затмило Diablo 3. Жесть, вот это аналитика. Вот это аналитика, чел. Собственно говоря, высказывать не буду, потому что я... Охуенный видос, блядь, ничего не высказывает, нормальный план ты придумал, бро. Сразу юзаю 5 банок на хп и иду сражаться. Это в рекве, блядь, то же самое происходит. Изоляция люльки, ебать. Это гайды по КС, что? Закрыть люльку от... Я даже не помню, что такое люлька. Я в КС не играл лет сто. Мы mm -hmm. должны стать у шестого окна на карте Мираж. Как можно... Это, это просто сидишь на спавне, анализируешь, какого окна стать. Каждый раз научиться... Osionfish. дед, пожалуйста, там все, там все 250. легко делать. Хорошо, напиши мне, напиши мне в Дискорде, я тебе поставлю на телевизор, блядь. А так. Не буду томить, мы просто... Проект. Не буду томить, блядь, 20 минут уже идет видос. Кинь просто этот смоук, пожалуйста. Бросаем смоук вот так вот. Он должен... Не ожидал, что я полечу. Полностью в люльку. Же, это жесткий смоук. Им кто-то пользуется? Никто. Так, ну-ка, сейчас покажу АИМ, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Те же самые Бам, 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 бам. Допустим, может быть, не мишеней, ну, тоже понятно. По-моему, они с первым режимом не отличаются. Жесть! Просто... Жесть! Ну, этот режим... Он хорош. Вот. И потом я доказываю свой АИМ фрагмувиком. Пожалуйста. 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 Пожалуйста, из эйс. Просто легкий, легкий эйс-чат. Как сделать свой хайлайт? Ебать, пог. Это после того, как я снял хайлайт, я подумал: ну, я умею делать хайлайты, надо снять про это видео. Где вы сделали там минус 5, или какой-нибудь момент, который вам, собственно, понравился в CSGO. <сёк> Мусор, конечно. С вами. Uh, опять монтаж, тренировка стрельбы. И начинается раст. И короче, uh, здесь меня рейдил какой-то чувак, у которого ну ж, там 5 uh... лямов подписчиков. По-моему, Дон Твори у него ник какой-то майнкрафтер. Uh, вот он, что-то какой-то супер популярный. Но я и башил ему, как бы, лицо нормально. Так и раст у меня тоже очень хорошо собирал, собирал, собирал. И внимание! Просмотры! 9 тысяч, 11 тысяч, 40 тысяч. Лям нахуй. Сюда. 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 943 тысячи просмотров. Здорово. 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 И вот, вот все. Вот это пошло просто. Это... Ну это шок для меня до сих пор. Это... Это до сих пор самое популярное видео на моем канале. И дальше. Mountain Blade, ребят. Ну и все. И все. А дальше Uh, 6 видео по Mountain Blade и видос «Что мне делать?». <laughs> ну, все эти видео по Mountain Blade вы смотрели, естественно. И потом пошла нахуй. Mountain Blade, Mountain Blade. Сейчас будем листать вниз, там будет очень много маунта, ребят. Uh, даже это не новость. Mountain Blade, в общем-то, смотрит очень маленькое количество человек, несмотря на... Чел! 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 чел. А для записи... Мне он нравится... не... знал, он не знал. Снимать, допустим, чел. Руки по 30 минут, потом... Чел! 10 часов осада кафе. Здорово, ебать. Ролики по 30 минут ему сложно снимать. Расскажи, блядь. Смотреть его. Но если вам не нравится ни Mountain Blade, ни сам, придется по всей снимать через силу. раз, хотя, честно говоря... Он осознает, вы понимаете? Вот эта тщетность бытия, она пришла ко мне уже в 2014, то есть 6 лет назад. И как бы тут прям жесть. Я не особо хочу у него играть. Паша, Нифига, президент. у меня статистика показывает, ребят, что вы за сегодня сделали 400 клипов. Вы вообще в своем уме? Зачем? Женя, я внимательно все комментарии перечитаю. Я уверен, что их будет не очень много, хотя хотелось бы, чтобы побольше. Чтобы все, даже вот ты, ленивый парень, который сидишь за компьютером, в смысле? Ого, пацанчик-то четвертую стену ломает, нихуя себе. Это, вау. Предложил свою мысль, был больше... Даже ты, ленивый челик, его. что... Снимай Mountain Blade, пожалуйста, эта игра очень нравится. Видите, все говорят снимать Mountain Blade, ребят. Что люди писали, ему снимай то, что ты снимаешь, нам не важно, как бы, что ты снимаешь, главное, что ты что-то снимал. Um, no. Так, ну вот, и потом пошло. Mountain Blade, Mountain Blade, Mountain Blade, Mountain Blade. Первый, блин, комом. Зачем-то... Зачем-то let's play матчмейкинга. Кто-то хоть раз в жизни видел let's play по матчмейкингу в Counter-Strike? Я довольно плотно и много играл в CS. А с... и... Да, помолчит, ну хоть немножко... Вот да. это вежливость, ПОГ. Решил немножко остепениться на некоторое время. <laughs> и... Остепенниться просто. Так, а, ла-ла-ла-ла. Почему-то неожиданно сам приключение мафии. Гос, полиция, бизнес, армия, симулятор реальной жизни. Интересно. Просто <с> вот это да, кто-то, знаешь, ищет там полиция. Блядь, короче, ладно, неважно. А, Mountain Blade, Mountain Blade, Mountain Blade. Супер внезапно Fallout New Vegas почему-то. прохождение. А, 2000 просмотров. Больше, <с> больше. А нет, еще второй. 2000 просмотров, второй видос по Fallout. А, 810 просмотров и все, больше Fallout. А нет, третий еще. И все, и больше Фоллаута не было. Игровой, игровой канал Джинси Place. Так, секунду. Здесь у нас лицензиар есть, ребята, поэтому мы без звука посмотрим это, этот видос. Давайте я сам включу песню на задний фон, на которую точно нет авторского права. Это одна из моих любимых треков. Сильно, как жизнь. Поехали. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар. Как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Прохождение. Бой, вставай, парень, Смелей, смелей бой. бой, пацаны с тобой Стой до победного, будь первым Не сдавайся 8, никогда да. Ты сам выбрал этот путь Путь бойца, бойца Жизнь для них это сплошное выживание Ух, бинты, капа, кулак Как молот, бей на поражение Своей цели, так же точно Как снайпер по своей мишени Двигайся, как, как Али, как... и долби, как Тайсон Жить в страхе, Жесть. или чтоб тебя боялись под бинтами, сбитые фаланги Пальцев один на один со страхом Попробуй продержаться Пара перчаток, груша, чистое сознание Ежедневно входит Это короткий видос питание, а что на ужин? Один драм в с утра пробежка Для формы поддержания Бокс, Только в лучших бей, играх сил, будь Жесть Будь всегда номер один Смотри в глаза, предсказывай его шаги Ты не победим, никого не щади Бокс, бой, бей Не жалей сил, будь первым Будь всегда номер один Смотри в глаза, Сказу, его шаги, ты не понимаю, понимаю, все супер жестко, супер Потом супер неожиданно почему-то Unturned, первый взгляд, что это? Есть неким совмещением Майнкрафта и Days, потому что Нихуя совмещение Согласитесь, чем-то она смахивает на Майнкрафт, крафтами Действительно, блять Forest Перепрохождение uh, Game of Titan. Ламба А, Лампа Ламба, блядь, просто, sorry, переслушал этого, А4, ебать. Форест, 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 Mountain Blade, Mountain Blade, Mountain Blade, пог новости. Итак. Что в этом году у меня закончилась учеба, и, в общем-то, я поступил в университет. Бля, сейчас разрядаюсь, нахуй. Реально, я уже в 2014, я же просто уже закончил универ, уже два, блядь, это жесть. Как время летит, вау учиться, разумеется, мне нужно туда переехать, потому что... И это вот, наверное, долгое время не будет видосов после этого. И потом я просто переехал в Харьков и, не думая ни о чем, продолжил дальше снимать... Mountain Blade. Пока ты смеялся, блядь, пока ты смеялся, пацан тихо ебашил в зале. Просто посмотри, я вообще без... Просто зашел и дальше Mountain Blade. Я даже, ну, никаких этих... Там один, два, три, может, дня, не знаю сколько. Я, конечно, Жесть, я сейчас, если не, не стримлю три дня, я просто максимум в телеге откидываю, типа, блядь, кружок, типа, заебало, три дня не стримлю. Тут, пацан, отдельный видос с объяснениями. Вот это подход, блядь, вот это подход. Поэтому один день точно роликов не будет. Хороший. Один день не будет роликов. Бац, отдельное видео. Теперь каждый раз, когда я не буду стримить, хоть один день, я буду снимать видео на YouTube а -а -а. и объяснять, почему не было стрима, понимаешь? Буду сидеть такой, типа, так, ребят, сегодня нет стрима, потому что я засиделся на Netflix'е. Там у меня будет сильный интернет, и я постараюсь сильный сделать что-то новенькое. Это что-то вроде стримов. Я никогда этим Жесть! 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 А ну-ка, повтори, сука! Что-то вроде стримов, я никогда этим не занимался, я пока что только осваиваюсь, но я надеюсь, вам понравится. Блин, это такой путь! Это так круто это слушать. То есть ты понимаешь, сколько лет прошло, и эти все воспоминания настолько просто жесть. А войти, так сказать, в колею уже в новом. Вау, вот это язык! Войти в колею, адаптировать просто. Ум. Ну конечно же не нужно за счет забывать про учебу с первого числа там и так далее <свист> Положил хуй на учебу так сильно, это просто невероятно Я после второго курса ни разу не был в универе, ни разу, бля Бро, э -э -э. надо не забывать про учебу Уф. я до вас донес эту информацию. Я... Донес, забирай, как говорится. Так, поехали. Дальше. Mountain Blade, Mountain Blade, Mountain Blade, Sims 4. Мама, я бандит. Ну что ж, всем привет, ребят. О, микрофон другой, кстати. Это, видимо, я уже у бабки. Я люблю, когда играю. Я играю в Sims супер тупо. Вот у меня Аня играет в Sims, она создает персонажей, придумает им историю. А, Как-то там коллабит их, создает большой город, много персов Знаете, как я играю в Sims? Я просто становлюсь тем, кем я есть в реальной жизни То есть я просто, типа, сижу и становлюсь стримером, как бы Ну, и хожу на работу, типа Вот Типа, создаю себя просто, понимаете? Я вообще, ну, супер некреативно это делаю Но здесь я решил стать бандитом почему-то так, ну понятно. Э, бандичничаю. Стоп, стоп, стоп. Не уходи, не надо. Ладно, мы... <laughs> нихуя, можно на песню записать. Так, есть. Мама, я бандит. Карьерный рост. Гони бабки фрайрок. <laughs> Что за название? Маленький, но авторитет. Выбрались из дома. Телескоп. <laughs> Опять летсплей по матчмейкингу в Counter-Strike. И вот он, первый стрим. Вот он, первый стрим, ребята. По Counter-Strike. Внимание, не выключайте стрим. Здесь я с Емелем, кстати, Ура! стримил. С другом своим, по-моему, с Андреем. Да. Донатов не было, понимаете. А, нет, сделайте мне подарок. Там, видимо, Steam мой. И самый пог открытие кейсов. Чтобы вы понимали, тогда, 6 лет назад, вы просто, ну, я не знаю, кто-то хоть помнит или нет, но открытие кейсов тогда, это было настолько, ну, настолько хайп. Типа, все открывали кейсы. Абсолютно... Каждый человек открывал кейсы Прям, э, и я вот тоже решил попробовать Для меня это были огромные бабки Я купил, по-моему, сколько? Пять ключей И в итоге, бля, ничего не выпало Я так тильтанул Супер масштабное открытие кейса А, нет, я, у меня тут один ключ Типа, э, а, это троллинг, типа У меня не было бабок на ключи И я затроллил, я купил это один, один, один ключ, ключ ребят, я. Пок, открытие кейса С одним ключом у меня, короче Я затроллил всех Копил на это очень долгое время, так что я надеюсь, что мне повезет. Ключ от кейса операции прорыв. У меня здесь есть целых два сундука операции прорыв. Понимаете, какие масштабы здесь. Жесть, Как он крут! Вот он, Mountain Blade огнем мечом, пол ляма просмотров. Как бы ну понимаете, тут Mountain Blade это игра, которая э, изменила мою жизнь. Это все понятно. Потом Viking Conquest спокойно, просто 230 тысяч просмотров. Здесь я уже понимаю. Здесь я уже начинаю понимать, что я могу стримить только Mountain Blade и других игр нет. Опа, спасибо вам. А ну-ка. Ну что ж. Опа! А я не ожидал, кстати. Я думал, что я свой балл на другом видео спалю. Подожди, там должно было быть видео внезапно вебка. Подожди, там должно было быть видео внезапно вебка, нет? Ло, так у меня и до этого были ролики с вебкой, получается. 12 или 13 выпуск. А, -а, -а, -а вот! Вот, короче, здесь был момент, где я случайно, короче, я записывал видосы бандикамом, а, и там просто была такая штука, типа, подрубить вебку можно было, а, и я, ну, как бы вообще не парился, у меня была вебка, потому что я с родителями общался, типа, ну, и я не хотел себя палить, там, свое лицо, и так получилось, что я случайно включил вебку, и вот. Ну что ж, всем привет, ребят. Сегодня... Хотя повезло, что я тут такой чистый, красивый вообще. Продолжаем играть. Но если бы я был бы грязным, я бы не выложил бы, наверное. Но в этом году просто... Тут уже другая хата. Это мой подвал. Здесь нет окон. Это я дома приезжал к родителям. И здесь нет токен, ребят, я серьезно говорю. Там только, видите, вот эту вот белую хуевину, вот эту вот. Это вытяжка. Я могу благодарить только, естественно, вас, мои зрители. Ну, я тут всегда любил, блядь, всех поблагодарить. Это есть у меня такое. Ну, чем Милашка, пиздец, Тем конечно. Статистика. Ну вот, и рассказываю, спасибо. Вот моя статистика. Ебать, Ты че псих? Охуеть, это откуда такие просмотры? Спасибо. Жесть! Еще расширяться. П Поверь, братишка, на этом, э -э этом я килограмм 70 вешу. Я сейчас нахуй расширился до сотни почти, Расширился, проверяй, да. И Обливион! Его бери, бля. Тут на Обливионе, на какой-то из серий Обливиона, мне батя подарит микрофон. Это я точно помню. Вот этого красавца, ребят. Вот он живой звук на ваших экранах: Samsung C03U. Вот этот микрофон мне подарит отец, и он будет служить мне верой и правдой 6 лет. Я понимаю, что у меня достаточное количество проектов, но сейчас... Проекты. Финал гильдии бойцов. Ну что ж, всем привет. Пошло, ребят. а? Двенадцатый все еще палка. Ну что ж, всем привет, ребят. Сегодня мы продолжаем играть в Zelda Scrolls. А на тринадцатом взрыв. Ну что ж, всем привет, ребят. Сегодня мы продолжаем играть в Zelda Scrolls 4. Или на 14-м. Походу на 14-м. Ну что ж, всем вот. Привет, ребят, сегодня продолжаем играть вот. Зелдерс. Понимаешь, да? Ее. Потому что на мейновый канал лить записи я не хочу. Там, скорее всего, будет какой-то эксклюзивный контент. Не знаю, что-то захотел заснять, он как папич. Куплю себе беговую дорожку и обзор на нее сделаю. Это будет выкладываться на мейн-канале, например. Я еду в Харьков, мне нужно а, искать квартиру, но там еще например, много. А, о, я переезжаю от бабки, блядь, такой кайф. Много раз еще не будет ролика, это значит, что я еще не перевез компьютер и все. Как я ответственно отношусь? Вы чувствуете? Я прям объясняю все свои действия. У меня максимальная ответственность. Я говорю: я заснял такие-то видео, выйдут такие-то видео. Здесь я делаю то, здесь я делаю это. Все раз по полочкам, просто максимально. Вот она ответственность. Это просто очень сильно. Открытие кейсов, как пришло, так и ушло. Название нихуя себе денежек у меня тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять кейсов. Жестко, жестко. Там ничего не выпало. Спойлер. Сори. Ребят, с вами Джинс и добро пожаловать. О, здесь я уже стал Джинсом, кстати. Непонятно в какой момент я перестал быть Джинси, кстати. Не продаемся, жесть. Вот это да. Так, поехали дальше. Да, объявление. Конец близок. Что это? Что это за видос? Да! Как же это шикарно! Как же это шикарно! Наконец-то! Наконец-то это случилось. Что произошло? Истинное счастье. Короче, видимо, это э, я ждал, пока война начнется в огнем мечом, короче. И она началась. Вот. Записал видос «Истинное счастье». Почему бы и нет? Опа, по поводу Twitch. А ну-ка, а ну-ка. Ну что ж, всем... Привет. А ну-ка, а ну-ка, подожди. Подожди, это интересно. Привет, ребят, с вами Джинс, и сегодня я хотел бы немного поговорить с вами о Twitch TV. Фу, подожди, тут ничего опасного не будет, я надеюсь, это сейчас... Например, опять же, я играю в какую-то игру, в тот же Mountain Blade, например. <laughs> например, чисто так, на навскидку хуйнул, блядь. Например. Как... И бац, неожиданно я решил... Бац! Стрим. Просто, что за бац, я не понимаю, что я... Бац! Боходильную... Ну вот, стр... начинаю стримить на Твиче. Вот у меня там 20 зрителей было, и при этом продолжаю еще а, снимать видосы. Пендер. Опа, важное объявление. Поехали. С вебкой, кстати, прошу заметить. Ну, что... То есть тут я уже активно начал снимать а, Видосы с вебкой. С, так... Очень странно, у меня бля, пол лица просто <laughs> видно. Я не понимаю этого прикола. Я уезжаю, ребят, на 10 дней тому. Я почему? Почему я отчитываюсь отдельными видосами всегда, когда я уезжаю? Я вообще этого не понимаю. Зачем я это делал? Почему я должен постоянно отчитываться, что я куда-то уезжаю? Зачем? Зачем я это делал? Зачем я это рассказываю? ну я знаю, что вы у меня, ребята, понимающие, зрители. Блин, так, мило. Всегда, всегда любил рассказать, какие вы хорошие. Говорю, вы такие понимающие. Вы такие добрые, вы такие любимые. О, уф. Даже все вы молодцы. Так сказать. Сотри, сотри и немного реабилитироваться за то, что 10 дней абсолютно не будет ролика. Реабилитация, реабилитация. Что же он сделает? Решил запустить такой небольшой интерактивчик, что каждые 200 больших пальцев вверх под этим Нихуя. роликом будут равняться одному часу трансляции. Пуф. То, то есть, а если будет там 200... Какое хитрое лицо, блин. Блин, как круто, что я перевез своих родителей в Харьков уже. Супер балдежная. Супер балдежная. Можно в любой момент съездить к бате, к маме. Супер круто. Реально, когда живешь в 20 часах от родителей, очень тяжело. О, ну, съездить есть... к бате помешать бетон, блин. Да. Первый какой-то бонус. Будем надеяться, что это не бомба. Это бомба. Да, вот тут. В эту игру мы довольно много играли. Ну что ж, всем привет, ребят. С вами Джинс. Какой худой! Вы посмотрите, просто нет расплывающихся сисек по всему телу. Просто Вау! Я даже не верю, что это возможно. Просто румтур на Ютубе. Я могу, кстати, если хотите. Кстати, можно реально румтур на Ютубе записать. Надо будет убраться только для начала. И мы будем играть 2-3 часа. Так смешно. Так смешно от того, что я раньше стримил по два часа три раза там в неделю. Для меня это казалось такой, ну типа я так много работаю. Типа я помню, как я э, рассказывал пацанам знакомым своим, которые э, в то время, ну начинали только. там. У меня все друзья они программисты, они такие, ну мы вот там сидим. Я говорю, ребята, это пиздец. Я работаю три раза в неделю по два часа. И они такие, жесть, жесть. И сейчас я понимаю, да, что это вообще ничего. Второй сезон типа по Ворбанду, но это второй блядь. сезон, блядь, раз восемь его пройду, бля, потом еще Пендер раз шесть. Посмотрите, он не знает, вот сейчас видно, что ему в кайф. Пендер, не... Пендер, 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 Пендер. Привет, зона. Неожиданно. У меня есть прохождение Сталкера, класс. Это супер старый Пендер, это вау. Куали, смотрите, как выглядит. О, это хуйня, где мы на твиче, короче, бухали и какую-то хуйню творили. Я помню, мы были очень пьяны, очень. Но я сейчас уже не одобряю максимально. Но вот это было на Твиче, у меня было там что-то типа 20-30 зрителей, может. Мы играли в Outlast. И слушайте внимательно, мы пили бейлис из 6-литровой баклажки. То есть мы намешали сгущенку и водку в огромную 6-литровую баклажку и просто пили ее... И играли в Outlast. И я зачем-то решил это залить. Ну, короче, да, были-были моменты. Опа, с новым годом, 2015-м, чат. Поехали, поехали. Ну что ж, всем привет, ребят. С вами меня. Что я могу сказать, ребят? Этот год стал очень насыщенным именно в этом О, году. О, кстати, я... здесь я, я здесь верю, что в 2016-м выйдет Bannerlord. Это так комично сейчас. Я даже не знаю, честно говоря. Вообще, по идее, в 2016 году должна выйти а, вторая часть Mountain Blade, а именно Март 20-го, бро март 20 -го. Вот интересно, знал бы он в 2015-м, что Баннерлорд выйдет в марте 20 -го? продолжал бы я его 5 лет снимать. Вот интересно. И так далее. В нем мы обязательно будем играть, но надеюсь, что мой канал а, не будет а, для вас только Mountain Blade. Чел. Но потом не будет, но долго будет. Ребят, у нас с вами что? Домашняя атмосфера, правильно? Какой-то я кринжовый немножко, блядь. В 2015-м был... Мне я больше нравлюсь из 2012-го. 2016 год. В любом случае, там будет не только маунт, ребята, я надеюсь, Сейчас на... мы пойдем маунт. к 2016 году, там будет только маунт. Может, в... же, только маунт, там вообще ничего, кроме маунта, не будет в 2016. Ребята, в 2016 году я не знаю, наберу миллион подписчиков, и как бы я это не выполняю, такой бам. Бац! И все плохо. это на самом деле какие-то монтажи, например. Да что происходит? О чем вообще речь? Я не понимаю, что за сумбур какой-то что приходите на трансляции на Твичи? они Опа Опа Когда я открыл для себя трансляции я открыл очень много нового и спасибо большое. деньги деньги скажи так так скажи деньги что ты говоря рассказываешь Открылась я открылась трансляция, такая приятная атмосфера, сидеть с вами, ребята, зрители, любимые. -м -м -м. Помню, как мне первый раз задонатили 8700 рублей, и я чуть ли не плакал. У уже есть такое небольшое комьюнити. Которой... О, какой милый. Я... Тепло ко всему абсолютно, что я делаю, чтобы... Так и будет дальше, старик, прикинь. Не сделал, есть ошибки. Даже реклама Бладов Стила набирает 40к просмотров, бро. Нет какого-то хейта очень жесткого, и это очень круто, правда? Потому что. Ага, но на самом-то деле в 2020 году очень много у меня хейта было. Ну, типа, такого локального, я бы сказал. Наверное, это самый такой жесткий. Потому что там был Баннер -лорд, было очень много новых людей. И я там очень токсичничал некоторые моменты. Невероятно. Но, с другой стороны, я забанил 15 тысяч человек на канале. Тоже можно понять, как э, бы. Вот. Блин, вот когда я стримил вот в таком стиле, супер милом, у меня настолько много женщин было, зрителей. Я помню, я стримил на Твиче, у меня пол чата были ну, в девушках. Просто я такой, вот моя миленькая мандаринка. Вот я худой, yeah, can... вот у меня все хорошо. У меня пол чата. Сейчас просто я уверен... 95% тех, кто смотрит этот стрим, они просто сидят в трусах с волосатым пузом и ложкой едят арбуз опять почему-то я... Зачем? Я каждый раз, каждый раз записываю видос, как я уезжаю. Сколько у меня таких видосов? Штук 10? Так, я уезжаю, ребят, в очередной раз. Блядь, да сколько я здесь вешу? Я с каждым э, таким новым видео все худее и худее. И это больше, уже, больше. мне кажется, это уже, это уже минимум веса. От вас, короче, 200 больших пальцев вверх. Смотри, я сделал это еще раз. Это, то есть, нормальная тема говорить, типа, про... 200 лайков в час стрима. Так, ну это все понятно. Тут я Но просто я... рассказываю, что я уезжаю. Классический уезжательный видос. Блять, опять новый ПК, реформа канала. что я зачистил, видимо. Ролик, видео, подкаст, называйте это как хотите. Как какая-то интонация, блять, какая-то непонятная. Я не понимаю, что это, это, это как-то... На. В всего вот этого вот обновления компьютера это был Twitch. Спасибо вам огромное, ребята, за поддержку там. А... Twitch, спасибо. Вот. А что ли? бы я делал без Твича? Вот вы подумайте: YouTube вообще не приносил денег. Я бы, скорее всего, до сих пор бы жил бы где-то под мостом ну, продажная шлендра. По факту. По факту, что за ненависть? Перестань. Постоянные все видосы идут. Уебки, блядь. Вот эти вот Игра трек Никто никогда в жизни ни разу ничего не покупайте в этом обоссанном магазине. Никогда! Знаете что, я делал рекламу этого магазина. Они мне сказали, что будут давать мне игры за эту рекламу. Я говорю, типа, дайте мне игру какую-то за 500 рублей. Они такие, типа, нет, и все. И все! Поэтому э, после этого момента я всегда э, что-то рекламное делаю по 100% предоплате. Финал The Last Days. Почему я больше не буду снимать The Last Days? Сейчас будет оправдание, дамы и господа. По-любому, по 100% в этом. В этом видосе э, будет э, рассказ про то, что в задушили лагеря. Чекайте. A Clash of Kings. Я начну записывать, как только этот ролик наберет тысячу больших пальцев вверх. Охуел что... совсем, блядь. Вы могли заметить, что последние 10 роликов вообще ничего не меняется. То есть. Душка с лагерями. Классик. Как там это? Я немножко припустил силы фракции, и то как бы от этого никакого толста. Смотри, как он удивлен. Еще там. Блять, опять уезжаю. Сколько раз я уезжаю по... Что ж, всем привет, реп... Как-то Я пожирнел немножко здесь уже, по-моему. Вот, и меня... Я опять Бля, уезжаю, я... ребят, у меня опять реформа, видите, здесь я... Один... Уезжаю, у меня опять реформа. Все по классике. Суд над Sons of Face. Жесть, я вспомнил. Короче, в Sons of Face, в конце там была такая тема, что с осадами были баги. И тут уже у меня жопа сгорела, и я такой, типа, суд. И... После этого мы вместе ну с что чатом. Всем привет, дамы и господа. С вами... Щеки начинают появляться, кстати. Ну и короче, типа делаем суд. Чита... А комментарий отключены. А, тут голосование было. Голосование. Ну и там проголосовали, типа, с Кипой. Вот. Вот отсюда началась супер популярная черта моего канала. Очень сильно росли просмотры. Во-первых, обзор Баннерлорда, написанный Леопольдом 182, смонтирован им же, озвучен мной. 12 месяцев ожидания. 360. Ну, вы чувствуете, это сразу же чувствуется стиль Леопольда. Просто Я с плачь. первых слов. Особо клевый монтажер, монтажист, массажист. массажист. Я не знаю. Ну, короче, да, и вот здесь начались вот монтажи. Осень. Ну, кстати, мы уже приближаемся немного к моменту душки. Вот! Вот, сейчас, сейчас найду этот момент, вот, 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 вот это вот а, прохождение пендера стало ключевым, вот это вот, вот, вот это вот. Первые стримы полноценные на ютубе, и пошло, хэштег профессионал просто, стримы, 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 они собирают, собирают, все уже только стримы, вообще никаких видосов нету, и канал потихонечку начинает, но вот, вот первый раз я рекву запускаю, но здесь уже такой как бы контент, который в принципе похож с тем, что есть сейчас. Вот я уже нарастил щеки, я уже формлю великана в рекве, понимаете. А, вот продажи на воскресенье пошли, потом выходят для эти превьюшки. Неожиданно 148 тысяч просмотров, кстати, там супер много негатива, я помню. 700 дизов, ебать, здорово. А, капитанский режим в Баннерлорде. У нас тут беговые марафоны. Вот, тут я уже PlayStation купил. Пошли стримы Last of Us. Во, уже пошли рекламные стримы GTA, душка с этими. И вот это уже, в принципе, актуальный контент. То есть, но он не так. Вот он, Баннерлорд. Здесь вот единственный последний момент, когда у меня сильно активно росла аудитория. Вот, на Ютубе, как вы понимаете, вон у пиздец просто. Вот 182 тысячи и все. И стояк. Просто стояк. с тобой связаться хотят! Мир не таков, каким кажется он! Чудесами каждый окружен! Сделать свой выбор должен ты сам! Ты победил, ты